В городе Ленске в учреждениях доп. Образования объявили карантин. Порог ОРВИ заболеваемости в районе продолжает расти. В этой связи главный санитарный врач Ленского района предложил ввести ряд ограничительных мер. В частности, с 6 по 12 марта включительно приостановили работу учреждений дополнительного образования и школ, где порог заболеваемости превысил 30%. Также запретили проведение культурно-массовых мероприятий в Ленске. Но мониторинг проводится ежедневный с Роспотребнадзором, отслеживается каждый процент по классам, по группам. И вот на сегодня такая ситуация.